Звенигородской центральной городской больнице состоялась встреча исполняющего обязанности главного врача Игоря Колтунова с представителями Общественной палаты Звенигорода, а также местными жителями. Основные вопросы, которые обсудили на встрече, касались объединения медучреждений Одинцовского городского округа. Также затронули проблему нехватки узких специалистов в поликлинике и, как следствие, низкой доступности. По словам руководителя, объединение решит очень многие проблемы с оказанием медицинской помощи населению муниципалитета. Стоит отметить, что в непосредственной близости от Звенигородского лечебного учреждения находится Ершовская амбулатория и 45-я городская больница, куда после объединения смогут обращаться все жители Звенигорода.